Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Плей, мы продолжаем проходить Resident Evil 8, он же Village, тут какой-то сыр и прочая история. Я-то в прошлой серии думаю, что я тупанул, я только закончил и вспомнил, мы же можем пройти здесь? Не можем. В смысле? Помнишь там, где лодка была и на ней была шкатулка, мы же воду опустошили? Давай попробуем сбегать. Мы же воду опустошили, и по идее эта лодка должна на землю. А мы там не пройдем теперь тоже. Блин, я-то подумал, можно в окно в это зайти. Я же не заходил, не проверял. Просто вспомнил. Типа, ножом не ломается? Да, так, где у нас снайперка? На четверку. Создание лекарств. Да, мощная замена. Патрон по-прежнему не очень много. Ну, пойдем тогда единственным путем, который у нас здесь есть. Может быть, получится пройти там куда-то. Теперь открыто. А, все. То есть мы здесь теперь можем вернуться, куда я и хотел пройти. Ну, пойдем. Но я думаю, что, скорее всего... Скорее всего, тут сейчас опять эти, блядь, черти. Ну или зомбаки сейчас начнут уставать. Просто так же здесь нельзя ходить. Ну пойдем просмотрим, что здесь есть. Так, ну вот, проход. Куда лодка уплыла? Тут нет никого. Зажигательная. Так. Так, вот и лодка. Сейчас какая-нибудь тварь выпрыгнет. Бля, это не то. Рыба. Здесь, кстати, есть рыба. Я не уверен, что хорошая. Но рыба есть. Давай посмотрим. Ты видишь? Будем охотиться на рыбу. Здесь же рыба? А, во, сом. Куда уплыл? Смотрим по пузырям. Такая мутная вода. Ну, без сама мы отсюда не уйдем, это факт. И нам еще нужно металлический шар найти. Где эта тварь? Ебал. Так, мы здесь все собрали? Нет, еще есть. Не хочу я ножом за ним бегать. Вот теперь всех собрали. Так, хорошо. Возвращаемся тогда назад. О, коза. А как я козу не заметил? Блин. На все теперь патроны нужны. Так, коза есть. Но вообще это не похоже на ту лодку. И очень, очень. Жалко и обидно. Следующий момент, что здесь не помечается, что просмотрено, а чего нет. Тут ничего не появилось. Здесь ничего не появилось. Так, ну эта лодка туда и уплыла. Я-то думал, мы сейчас сюда придем, а здесь будет металлический этот шарик. Там мы бегали, там мы прыгали. Хорошо, ясно, понятно.
здесь сейчас слева пойдем посмотрим, что здесь есть. Здесь же тоже опустошили ручей. Или нет? Здесь вода так и осталась. Здесь по-прежнему все то же самое. Но здесь то же самое. Здесь ничего нового. Но здесь что-то красное. То есть я здесь не все собрал. Что здесь где? На потолке. Сегодня опять, наверное, будет серия больше такая про исследование. Что это такое? Конечно, если ничего не видно, посыпь все мукой. Так, здесь кастрюли. Здесь трупы. Все стандартно, все как всегда. Не, ну как бы... Как бы тут ничего не вижу. Тогда, ну, мы обследуем эту локацию в любом случае. И в любом случае там куда-то сюда придется возвращаться. Потому что лабиринт, он в начале этой локации. Пойдем тогда сходим вот сюда. Мы же здесь как-то проходили. А мы там плыли на лодке. То есть здесь все вокруг. Здесь ничего нового интересного, правильно? Ползи, ползи. Фу, что это такое? G. T. Погоди, ты видишь? А, это, наверное... Ты туда не пролезешь, да? Ну, как бы... Я не думаю, что металлический шар валяется здесь где-то в коридоре. Здесь все заколочено. Здесь что-нибудь есть? Кстати, по этому поводу спросили, что... Будет ли серия потому, что не находилась? Возможно, в конце, как я и говорил, если дадут свободу действий, почему бы и нет? Я как бы не против. Мне даже интересно, я сам думал, типа, по завершению полазить, посмотреть, что где не дособралось. Поскольку... Ну, проект весьма и весьма неплох. Я скажу так. Единственное, что немножко жопленые боссы получились, кроме Димитреску. Но в целом выглядит все хорошо. Оптимизация прям, ну... Давненько таких не было. Я сейчас сделаю два момента. Мы сейчас вот здесь пройдемся, посмотрим, что здесь да как. Это первый. Второй момент, я погуглю все-таки, где шар. Возможно, я его где-то все-таки пропустил, или если он где-то дальше, то он, возможно, где-то дальше. Давай сохранимся вот на пятый слот. А подожди, у нас же теперь есть рукоять. Мы можем вот эту дверь открыть. Так, у нас здесь лабиринт. Мы много дверей сейчас можем открыть. Где это? Рукоять, открывай.
Долго. А это что? Это вообще куда? К сокровищу идет какому-то. Тут сто пудов сейчас какой-нибудь босс будет. А ты что не меняешь-то? F же. Е. Ну, типа мини-босс. Пойдем сходим. Наверное, вариантов-то дороги немного. Скелеты. Это по прямой. Видимо, шар где-то здесь может быть. Блядь. Ну точно босс. Ну вот, пожалуйста. Кто? Ты? Серьезно? Да. Лежать. Иди сюда поближе. Там еще третью я видел. О. Револьвер. О. Самое главное, что... Лети сюда. Косарю. Блин, патрон на них потратил опять. Дадите? Блять. Короче, тут сейчас туча зомбарей, да? Лежит, глянь. Я взял патрон. Бежим. Я что-то не вкурю никак. Где это мы? Заперто с другой стороны. О, борец. Матерь Миранда подарила мне гору. Теперь я сделаю много-много экспериментов с Каду. Это моя тайная суперлаборатория. Сегодня я провел 3 эксперимента с Каду, но все трое сделали бдыщ и все испачкали. Я вживил Кадо, а потом попытался ввести волчью кровь из шприца в позвоночник. Человек сильно дергался, а потом убил моего ассистента. Я не смог его удержать и посадил в клетку. Теперь придется его кормить. Так, и что за Кадо? Чуваки, не ломитесь даже. Ну, сокровища мы взяли. Сколько патронов? 5? А ты пойдешь пока на четверку. Подожди, а для тебя патроны? Ладно. Блин, надо все смотреть. У меня есть взрывчатка. А я могу сам делать.
Могу, но не из чего. Побежали. Пусть они за мной кругами ходят. Я не хочу на них патрон тратить. Так, дом, который я не смотрел, это первый. Здоров. Ёб твою мать. Это нехорошо. Это прям очень-очень плохо. Отличная кабель. Так, а я здесь, да, что-то не нашел? Блин, не то. Блин, каду, это не каду. Ну, пушка прям бомба. О! Хорошо. А, так, это еще дорога куда-то наверх. Так, это спуск вниз. Куда-то туда. В этом доме мы взяли. О, колодец. Ой, как хорошо. И мне так радует это все. Так, где колесо колодца? Давай еще патроны. Ну, хорошо. Блин, ну вот это вообще пушка-бомба. Бомба-пушка. Здесь осмотрелись. Возвращаемся потихонечку. Где-то, может быть, что-то я не доглядел, не досмотрел. Давай скатимся. Этих двух... Двух... Пацанов, которых я не дострелил. Я их и не буду убивать. О. А их этот оборотень убил, да? Так, что можем сделать? 38, 20. А ничего, кроме вот этого, не можем сделать, но и, в принципе, ладно. Так, это дорога вокруг наверх, это дорога снизу. А, кстати, откуда он вылез, этот черт? Вопрос такой. Ну, вроде все посмотрели, пойдем к лабиринту. Я что-то его не заметил. Может, он потом появился? Ой, где у нас шар? Так. В чем приколы? Он должен куда-то... Ага, сюда. Дальше сюда. Так. Ох. Ничего не вижу. Что там? Эй, шар. А, во. Так, это у нас лабиринт с мельницей, да? Прям простой. Предыдущий, мне кажется, самый сложный был, там и эти. И дыры в заборах. Фух, вроде неплохо. У нас еще и миско появилось. Давай на всякий случай. Я вот здесь сейчас сохранюсь. Вот здесь я перепишу. И у меня есть еще одна мысль. Но пока тебе ее не скажу. Здесь вроде плюс-минус все осмотрели. Возвращаемся назад. Если сейчас какие-то тварины на нас будут нападать, мы будем убегать сюда. В смысле сюда? Да я как бы знал. Так, ну сюда. И вот сюда. Плюс-минус я помню.
Если нас сейчас тут ничего такого сверхъестественного не ждет, то в принципе вот. Ты... А, подожди. А ты как это взял? А, извиняюсь. Ты понял, да? Так, продаем это все. Я думал, это подарок. Ну, скажите, зачем мне это? Ну, быстро собрали. Так, кристаллический Моро за 40 тысяч. Слушай, бомба. Это владыки Моро. Видимо, это и есть пресловутая красота гротеск. Уже 200 тысяч. 220, если быть точным. У меня есть новинки. Хорошо, что у тебя есть новинки. С удовольствием. Мы вот так все улучшаем. Я даже не смотрю. Перезарядка. 11 тысяч сюда. Одну минуточку. А дробыш тоже качаем. Тоже качаем. Тоже качаем. А, все хорошо, я закончил. Так, еще я что-то хотел сделать. Давай, короче, сейчас. Подожди. Давай. Интересных приключений. Хорошо, давай да. Продадим пистолет все-таки. Не то. Вот здесь, где Леми. За 32 тысячи мы его продадим. Этот вообще 69 стоит. Короче, я его продаю. Вам это больше не нужно? Не нужен. У нас есть еще барет. Так, барет. Борец, но это я пока не продаю, логично. Я могу установить любые модификации на очень скромную мзду. Смотри, у него... Да, понимаю, почему вам это приглянулось. Патроны я сразу купил, это хорошо. Давай, давай за косарь вот это возьмем. Благодарю за покупку. Вот это для пистолета. Хорошо. А это для... Это для чего? Это для дробовика, что ли? Прицел есть, но... Я снайперкой особо не пользуюсь. Давай мы сейчас еще кухню что-нибудь приготовим, если это... Возможно. Здесь уже... Здесь уже ничего не... Это инвестиции? И куда ты вышел? Так, инвестиции... Не останавливайтесь. Ну тут, короче, немного. Как держать? Ну пока так. Кошелек не надо. Давай доулучшаем оружие. Пистолет улучшили. Так, пистолет улучшили. Дробовик улучшили. Давай вот тебя улучшим. 48 тысяч. Ну, давай. Темп стрельбы. Пока не буду вкладывать. 15. Вот сюда в снайперку вставлю. Это простая модификация. Я быстро управлюсь. И пока, наверное, все. Спасибо за покупку, сэр. Пожалуйста. Сохраняемся. Сохраняем. 20 всего, да, слотов? Сохраняемся. И дальше по плану действуем. Туда вставим колба. Ага. Что у нас здесь? Тут я тоже не все досмотрел. Туда попасть нельзя. Тут вроде бы все. Ага. Петухи. Я заблудился. Так, подожди, ты сидишь здесь, вот сюда. Отойди. Пойдем до петухов сгоняем. Я что-то забыл. Куда меня стрелки-то ведут? Говорит, туда. Там ворота разбиты. Я понял, сейчас ладно. Нам что-то рассказать хотят. Но нам нужно куриное мясо.
какой стороны-то? С другой. Там, видимо, что-то дальше по сюжету есть. Если уж такие стрелки. Во! Где это? Колесо, карта, рукоятка, вот. Угу. Так, цыпа. В смысле? Все, хорошо. Это что такое? Стрелка. Стрелка на что? Тут есть еще лестница, кстати говоря. Здесь что? Ничего не показывает, ну, допустим. Давай посмотрим, что здесь есть. Где-то еще, кстати, была такая дверь. Вот я не помню, где, в прошлой локации или нет. И зачем мы сюда залезли? О, сундук. Кровавый рубин. Нормально. Это должно дорого стоить. Это должно стоить дорого. Так, погнали. Ну давай посмотрим тогда, сколько это все стоит. Доготовим до конца курицу. И пойдем по стрелкам посмотрим, что же там нас ждет. Вот прицелиться даже в него нельзя. Заходите, Итан. Так, кошелек продать. 3000? Серьезно? А-а-а. Наверное, его надо было в Я кольцо. Я могу установить любые модификации на оружие за очень скромную мзду. В кольцо надо его было вставить. Мы собрали все ингредиенты. Теперь... Че, сейчас хпшки увеличит? Готово. Садитесь, ешьте. Ну-ка. Здоровье. Неплохое блюдо. Здоровье. Так, мне нужно мясо, и здесь нужна рыба и превосходная рыба. Так, вроде... С нетерпением жду, но... Вроде неплохо. Хорошо. Вот ингредиентов. Пойдем сюда. Стрелочки же сюда показывают. Роза ждет тебя. О, баран. Два барана. Мясо. Отлично. Мясо. Мясо. Туда идти. Но это по заданию, это понятно. Ты меня ведешь к себе в логово. Туда, ну блин, нашел дурака, конечно. Мы пока туда не пойдем. А знаешь почему? Мы сейчас кое-куда в другое место пойдем. Сейчас приготовим у герцога мясо. Здорово. Ну что ж, смелый. Так и готовим. У нас осталось, кстати, немного. Мы собрали все ингредиенты. О, еще сразу. Теперь. Ну-ка, что, сейчас еще ХП или блок? Есть мясо. Простите за ожидание. Вот ваша доля. Ну-ка, смотрим. Снежим. Я бы такое съел еще разок. То есть нам нужно 3 рыбы и еще 1 превосходная рыба.
Ну, окей. Так, вроде бы все. А вы знаете? Да-да, знаток. А эти толк в качестве, спасибо. Все, мы с тобой... А, кстати, ты заметил, что время суток сменилось? Это, конечно, незаметно и неприметно, но время суток изменилось. Так, ну ты понял, да, куда мы идем? Все, в принципе, ясно и понятно. По заданию мы, скорее всего... По основному пойдем в следующую уже серию, а тут сейчас мы осмотримся. Ну или как минимум, если тут недалеко плыть и недолго, то мы тогда с тобой посмотрим начало следующей локации. 820. Так, ну река идет туда. Это, блин, да, практически в самом начале мы увидели это. И поплыли. Опять же таки, туда можно плыть? Скажи, можно плыть куда угодно. По карте? По карте похоже, что мы в деревню плывем. Да ты... Вот управление лодкой вообще никакущее. Мы сейчас сюда, а потом в другую сторону. Так, и где мы? Мы где-то. Рыба. И особенная. Превосходная рыба. Один, один. На самом деле нужна еще одна. То есть это место ловля. Блин, прикол. Прикол, хорошо. А вот патрон бы для пистолета еще найти, а то его так неплохо прокачал. Что за пещера? Фонарь под рукой? Мне не надо. Какая-то тайная локация. Так, какой-то данж начинается. Древняя монета, патроны, очень много взрывчатки. Это что? Так, где это такая? Это для чего? Для тебя? Ну, я не против. Здесь что? Особые детали. Устанавливайте доступные детали на оружие. Секвирование ДНК завершено. 999,95% родства с мутамицелием из Делви. Разница в 0,05%. Вероятно, составляют изменения намеренно внесенные людьми. А значит, это наверняка и есть источник. Необходимо выяснить, как именно соединение нашли и извлекли образец плесени. А колония грибов разрослась под всей деревней. Если вспомнить инцидент в доме Бейкеров, зараженные мутациями выходили в сеть коллективного разума. Если здесь случится аналогично, то и этот организм хранит в себе данные. А раз так, какие данные нужны Миранде? Место ритуала. Так, ну мы здесь все, в принципе, собрали. Я боюсь, что здесь может быть... Вот, например, такое. Так, а что у нас здесь?
Ебать, это что? Там что-то шевелится. Это выбрать. Можно... Погоди, как вас поменять-то? Не то. Прикол мне ясен, непонятен. Ну, давай. Ну хз. Да ну как бы нет, так нет. Если кто знает, если кто видел, может быть, там сам проходил, скажите в комментариях уже к следующей, ну, к этой серии, можно ли эти корни как-то завалить или нет. Заметил на обратном пути постоянно зомби. Слышь, а рыба тут не появилась? Свежая, вкусненькая. А, у нас еще в другую сторону сплавать можно. Садись. Это я запомнил место, я давно хотел все это исследовать. Что же здесь за лодка и что же здесь за река. Я изначально думал, что это проход к очередному боссу. Но это оказалось не так. Он так резко останавливается. Так, поплывем по прямой. Голову наклоняй. Здесь, может быть, еще рыбу найдем какую-нибудь. Вон там что-то горит. Опять, абы где и абы как мы не можем пришвартоваться. Ага, мост куда? А, рукоятка. Мы сейчас сразу опустим. Это начало. Ой, не начало, это после того, как мы завалили нашу вампиршу. Правильно я говорю? Правильно говорю. Здесь есть у нас колодец. Мы можем в него вставить колесо и забрать что-то невероятно ценное. Раз мы вот даже так. Блин, нифига. Ты все? Так, ну пойдем проверять, что здесь. Мы здесь без... Погоди. Мы же здесь выходили, нет? Или что-то подобное? Туда нет никакого прохода. Чего? Заперто с другой стороны. Ага. Здесь же не может быть пусто. Есть туда еще проход. Есть туда проход. Бомба. Ё-моё. Но остальные не горят, правильно?
И для чего? Типа по ней залезть? Вот так? Не понял. Так, подожди. Да не, поднимись. Да? Это так удобно сделано. Ну понятно, поднимает, опускает. А, все, я понял. Это нужно откатить и под... Я не буду даже спрашивать. Он сам все делает. Как мне? А, во. Но это же не все. Да? Есть еще вон туда проход. А там вон мины еще я вижу. Да попробуем взорвать. Ну просто что-то слишком палевно. Да. Только зря потратил бомбу. Ага. Взять. Взять. Ой, да сколько он? 5000 стоит. Но тут еще не все. Может быть, как раз... Вот эта мина. Не все. Так, ну-ка. Стена, но это вряд ли. Там вот что-то поблескивает, но это, наверное, текстура. Ох, так, двери открыли. А вы упасть не должны? Бля, все, я что-то, ну короче, что-то не подобрал, но мне кажется, не очень большое. Пошли отсюда. Так, и в пещеру у нас осталось. Так, как высоко. Так, окей. Здесь плюс-минус вроде все. А колодец он мне показал. Граница, сюда сохранимся, пистолет, назад через мост, и вон проход куда-то. Еще где-то была дверь, но я не помню, в какой локации. Что это такое? Это не замок? Ну, это похоже на часть замка Димитреску. Так, подожди. А как? Мне нужно зажечь все факела. Есть на стенах факела. Но вряд ли это так работает. Да? Так не работает. Ух-ух-ух-ух-ух.
Ну, давай хотя бы куда-нибудь ее раскачаем. Вот как тебе? Давай. Ага, как качельки. Это, конечно, тупой способ поджигать, но... Давай. Иди сюда. Короче, я пока сделаю сейчас паузу и попробую разжечь. Как разожгу, тогда это... Ё-моё, тут нормально. Тогда расскажу. Короче, я нашел способ проще. Мне кажется, там что-то много всех. Да сдохни ты. Где еще? Или все? Ты один так рычал? По звуку был не похоже. Нормально. Давай отсюда. Тир устроим. Мне кажется, с прошлого пистолета они быстрее падали. То ли они сильнее стали. У них самих ничего не падает. Там вон еще какая-то дыра. А как вон туда поджечь? Просто ляг, пизду. Дробовик. Особо ценного я ничего не увидел. Кто-то где-то рычит. Туда это не достает. Блять. Откуда взялся? Мне типа сюда? Нет, они отсюда бесконечно вылезают. Может, его поджечь надо? Пойдем. Иди сюда. Иди сюда. Средней прожарки. Я здесь. Прям вот иди на меня. Только вокруг не обходи. О, статуя госпожи. Здесь все собрали? Бля, все, прикинь, собрали. Фух. Так, ну и главный момент. Главный момент в том, что мы сейчас с тобой пойдем это все продавать. Продадим и, соответственно... Ну да, сегодня получилась такая исследовательская серия. Можно там пройти. Ну ладно, нам лодка нужнее. Поплыли. У нас рыба есть. Приготовим, продадим и, соответственно, будем заканчивать. Посмотрим, что сколько стоит. Что за сколько продадим. Ой, и может быть улучшения какие-нибудь новые появились. Но я в этом, конечно, сомневаюсь. Но мне кажется, мы дольше плыли туда. Ну да ладно. Мне пофигу. Тебе не все равно, какой стороной его парковать? Патрон мы солидно сегодня потратили. Пистолет, ну что, очень странно, как ты улучшаешь пистолет. А он лучше не становится. Вот где-то, то ли в локации, где... Ты глянь.
Видишь это? То ли в локации, где вон там, вон. Была еще дверь с этим рычагом. Здорово. Ах, да. Давай сначала продадимся. Ну, как я и говорил, 5500. Ну вот скажите, зачем мне это? Бейкеров ценные. А вот это? Статуя Димитреску, нарциссизм в чистом виде. Вот на это стоит раскошелиться. Так, улучшение для оружия. Ну это для снайперки, для пистолета, для темп стрельбы 21 тысяча. Давай перезарядку возьмем. Хотя два, блин, одну долю секунды. Ладно. Что? А, все хорошо, я закончил. Денег все равно девать некуда. Так, это мины. Мины я не хочу брать. Приклад. А приклад для В. W870. Ну, давай возьмем приклад. Дробыш улучшили. А, кухня. Как держать? И получается, одна рыба осталась. Нам нужно найти одну рыбу, и последнее улучшение будет готово. Это инвестиции, Итан. Да, мы поняли. Гарантирую, будет вкусное блюдо. Да, спасибо. В следующей серии мы с тобой уже тогда пойдем. Патрон ничего не могу сделать. Пойдем уже на нового босса. Босса, не босса. Посмотрим, о чем они там договорятся. На этом мы на сегодня заканчиваем. Плейлист игры в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.